Dieselmine. Очень хороший проект сервера, на котором сейчас действуют скидки. Друзья мои, заходите, ссылка в описании ролика. Добрые админы, добрая администрация вас там ждут, играйте. Сервер находится в топе игровых серверов Minecraft на версии 1.5.2, на котором порой играют от 330 человек до 500. Жуткий, огромный онлайн. Заходи, ссылочка в описании под видео. Да хорошо. Ты чё мне так уши-то пробиваешь? Подбирай вещи быстрее. Слушай, тебя походу чит. Тебя читер гриферит. Я беру, ты понимаешь, чувак, у меня. Алло. Алло. Здорово. Здорово. Чё, тебя, блядь, прилетить надо? Да, меня можешь приютить? Мне просто это... Жить негде, ресы набрал, но у меня тут постоянно какие-то проблемы с сервером были. У меня сейчас дома нет. Ты замечал здесь проблемы? Не замечал, что-то отключался. Давай, блядь, похрисы. Сейчас я, блядь, сколько ну да. Там? Какой у тебя... Три плюса отправлю, вот, блядь, видишь? Нет, я не вижу. А, вижу, все. Вот, давай, блядь, как там, ТП... А, кол, да, просто? Кал. Кол. Ну что такие тупые-то, а? Да я просто забыл, я не знаю. Вот, я тебе отправил, игрок. Загибатор у тебя. Тупой, ник маленький у тебя, глупый. Это три агибатор, понял, блядь? Да все, вот, я к тебе отправил это. Вижу. Это. Слушай, у меня вот это, рез есть, смотри. Здорово. Это, не бей меня. Смотри, я думаю, давай поделимся с тобой. Это у меня, смотри, что есть у тебя. Подожди, что ты убиваешь? Я тебя... А, это, давай его убьем, что он? Нет, какого хуйня, блядь. Да, смотри, что у меня есть. У меня есть обсидиан, уголь, у меня есть маяк, алмазный меч, я в броне весь, только жилет. Давай так, смотри, что, сейчас я тебе кое-что дам. У тебя какая... О, смотри. Тебе стекло нужно? Давай, если тебе не жалко, если мы будем выживать. А, стекло. Вот тебе стекло, сейчас я кое-что посмотрю. Слушай, у меня только тут... броня железная, не будешь меня это убивать, только не убивай. Меня постоянно все время кто-то убивает, когда я хочу. Хочешь крутизну сделаю? Давай. Фига, ты мне алмазы хочешь дать? Да, блядь, собирай быстрее. Откуда тебе столько алмазов? Что, не жалко, что ли? Нет, блядь, не жалко, но все равно создатели этого сервера дают алмазы каждый божий день. По 6 стаков алмазов дают, блоков причем. Жестко, офигеть, у тебя сколько алмазов. Круто, слушай, ну ты мне, смотри, ты мне ресы даешь, не обманываешь, значит. Давай выживать вместе. Давай, только знаешь, у меня, короче, знаешь, программка есть такая, для руды, X-Ray называется. А, ну, и что мне делать? И что те, кто, блядь, хочешь, я тебе еще ресов больше еще дам, блин? Прям вообще хренить сколько ресов. Да, я бы не отказался от прям. Смотри, вставай вот сюда, в этот угол, да? И... Вот сюда. Бошку вот так вот. И чё? Бошку вот так вот сделал, так и на шите стой. Это программа какая-то, что ли, типа? Да, это программа такая, она, короче, знаешь, у меня как баг происходит, блядь, каждый божий день. Вот, и ты, короче, ебешься сюда, да, в эту дырочку. А я тебе, короче, это... Куда голову-то поднимать? Прямо туда, смотри, в дерево. Давай, считай до трех. Ну, раз. Ты это сам, ничего там не будет плохого там? Да нет, что-то. Ладно. Давай. Раз. Два. Три. А, слушай, а я умираю, это нормально? Это нормально, все. А мне еще вещи появятся, если я возрождусь? Нет, блядь, сука, ты тупой, что ли, а? Слушай, а чё я это самое? А, сдох ты чё? Да, один ресы мои. Я не знаю, ты должен был пойти просто как бы тпхнуться, исчезнуть, и 10 раз здесь на этом месте появится такая хрень. Наверное, на тебя просто не подействовало. Слушай, меня сейчас пауки бьют, это... Да, блин, давай тпхайся ко мне. И как ты там, чё ты? Слушай, ну а ты мне ресы-то отдашь, если сейчас тебе такое? Да, мне тебе, конечно, все ресы. Я даже другое место здесь нашел. Я уже знаю одно место здесь. Да? Чё-то... Давай, я тебе телепортацию. Да, вон, слушай, ты меня спас прям, меня там чуть не убили. Окей, давай за мной, иди, ты где, блядь, ты тебя не вот. Видишь? Да вот, я как ты меня не видишь? Я майн пролаг, а, вот. Сейчас, иди за мной, я тебя случайно ударю. Давай. Видишь этого зомбака, да? Да, рез только отдай мой. А, ну все, хорошо. Короче, смотри, сейчас, смотри в эту стенку вот эту. Ну, смотри. Стой, это нормально опять? Это все нормально, чувак. Слушай, почему я постоянно это умираю? Где мой рез? Я не знаю, ты какой-то долбоёб.
Ты не понимаешь, ты реально чувак тупорылый, знаешь, ты меня, типа, загриферил, что ли, или что, я не понимаю? Да, представь себе, блядь, ты уёбище маленькое. Не, серьезно, а почему? Мы же с тобой... Да, блядь, дебил, я антигриферы снимаю, понимаешь? Слушай, примешь телепортацию, я сейчас опять тебя не понимаю. Может, ты как-то отдашь? Ну, хотя бы пару ресов-то отдашь? Вот эти. Ну, хорошо, давай, давай. Слушай, что-то только не телепортируется к тебе, что-то мне тормозит. Ты дома сейчас? Да. Что-то не телепортируется нифига, что-то непонятно. Что? Что такое? А что там? Что? Что, сука? А что не телепортируется? Я хочу, чтобы телепортнулось просто, нифига. Кто сундуки ломает? А что там у тебя происходит-то? Мне тут сундук сломал! Мне сундуки ломаются сами. Подожди, ты прими телепортацию, сейчас разберемся. Мне почему-то не работает телепортация. Ты принял? Ну, я нажал, нету ожидающих заявок, я тебя принял, ты где? Я это не знаю, мне почему-то не дает тебе телепортироваться. Ты у меня, блин, ты где, сука? Кто? Блин, почему, блин, ты, ты кто такой хотя бы? Я не знаю, как тебе помочь, я не знаю, не могу телепортировать. А что происходит? Что там, скажи мне, какая обстановка-то? Что надо? Что происходит? Скажи. Тут сундук какой-то, сука, сломал сундук. А чё, ну собери вещи быстрее, мало ли. Я всё, я пытаюсь сейчас до тебя добежать. Сундуки все полны алмазных блоков и всего остального. Я пытаюсь просто добежать до тебя. Прекрати, пожалуйста, хватит! Может... Убей меня, ну, пожалуйста, давайте просто рез, я давно уйдёшь. Ну, пожалуйста. Кому отдасть-то? Кому? Я тебе отдам рез, ты где? Ты кто мне сундуки ломаешь? Да я к тебе домой бегу, я вообще сейчас бегу к тебе. Вот тут по аллее, по дорожке бегу. Что, пытаюсь. Прекрати, ну хватит, пожалуйста, ломать. Я, знаешь... Я пытаюсь добежать до твоего дома, понимаешь? Не работает кол. Прекрати, пожалуйста! Слушай, там все так серьезно. Давай, я вот смотри, я еще раз кол пропишу. Вот, я кол прописал. Помоги, вот. Пожалуйста. Вот, прописал. Тебе пришло? Да, я тебя телепортирую. Вот. Ну, пожалуйста, кто это делает? Вот, ну телепортировал. А я, видишь, не телепортируюсь. Охренеть. Ты заметил? Угу. Чё? Да, тебя нету просто. Слушай, ну ты сундуки свои защити, я не знаю, что они там с ними делают. Ты опять что сломалось, что ли? Мне сундуки ломаются. Понимаешь, мне сундуки ломаются. Ты, блин, ты что тут делаешь? Пожалуйста, уйди. Может, просто поддержку написать сервера, там тебе ответят, я не знаю, что-нибудь. Знаю. Как ее писать? Я не знаю, как ее написать. Слушай, подойди к своим сундукам. Ты вещи-то. Может, вещи подбирай там, а то как мы сейчас выживать-то будем, ты вещи не подбираешь. Бьет, прекрати! Да ладно. Кто это? А кто тебя бьет-то? Прекрати. Не, ну ты это, отражайся, защищайся. Ты где таким сейчас? Образом, ты не видим, тут админ зашел, наверное. Ну, блин, кто мои сундуки ломает-то? Да до сих пор они ломаются, что ли, я не понимаю. Да у меня нет, у меня сейчас все хорошо. Тут... Ты че мне так уши-то пробиваешь? Ты кто сундуки ломает? Подбирай вещи быстрее. Слушай, тебя походу чит. Тебя читер гриферит. Я подберу, ты понимаешь, чувак, у меня. Блядь. Все полные. Тебя читер гриферит, слушай. Кто здесь дверь сломал? Там железка была. Кто-то дверь сломал, что ли? Да, блядь, слушай, выйди это. Из дома можешь выйти? Я понял, я знаю, что в таких случаях делать надо. Че? Выйди из дома сейчас, вот выйди из дома. Вышел. Просто вышел, просто отойди маленько от дома и смотри на него. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И чё, там помогло все? Дом уничтожил! А чё происходит, у тебя дома нет, что ли? Я тебя выебу, понял, блядь, уёбище вонючее. Нет, подожди, тебе должно было все вернуться. Ты, сука, я знаю, что это ты сделал. Ты что, блин, ты что, крипером стал? Не, подожди, досчитай до трех, должно все вернуться. В таких случаях, если удаляется, бывает такое. Раз, два, три, что дальше? Что, вернулся? Все, ой, спасибо, пожалуйста, все, спасибо. Слушай, я к тебе вот к дому подбегаю твоему, там как обстановка? Давай, блин, ну давай. Будешь помогать, ну что, блин, делать надо? Уже аж ночь, я ж долго как бегу-то к тебе.
О, вот я, вот, видишь меня? Что здесь вот произошло? Да, привет, все. Короче, что тебе надо? Помогай мне давай, сейчас будешь помогать, короче. Не, ну ты мне ресурс хотя бы дай, и буду тебе помогать. Как хорошо, это? Давай так, я тебе дам 100 калмов, и ты тупо уходишь отсюда. Ой, я тебя ударил, извини. Нет, ты стак алмазов мне отдай, и это, я ухожу. Сюда иди, я тебе дам все. Давай, все, вот, давай, у тебя стак алмазов, отдай мне, я ухожу. Сюда вставай, вот сюда я тебе ну, говорю, давай. Ну, давай, быстрее, давай. Бежи. Давай. Вот тебе раз. Ну. Бля, че, выкидывать не могу? А, ну, на тебе. Вот. Я не, у меня что-то это, опять с херней какой-то, с консолькой произошло, я тут не могу. Что-то они не подбираются, что-то херня какая. А, смотри, подобрал, вот, ты мне действительно отдал. Че, давай, блядь. Давай всё, это, короче, быстрее, я сваливаю отсюда. Да я уже дал. Все, стой, подожди, не убивай, я вещи-то не это. Ты чё меня опять убил? Да потому что ты ебал уже меня. Ты чё думаешь, что так легко вещи отдам? Ну ты ебись от меня, пожалуйста. Ну, тогда ты сейчас пожалеешь, у тебя весь дом просто сейчас в говно превратится. Ты понимаешь это или нет? Ой, да-да-да. Стоп. Это ты админ, что ли? В смысле? Нет, я просто со злости желаю. Чтоб ты отстал. Ну хорошо, ладно. Ничего ты мне не сделаешь, чмо. Почему не сделаю? Ты так уверен? Ну тебя тогда админ накажет, они здесь хорошие на сервере. Ой. Знаешь, куда я твою сейчас админа пошлю? Знаешь, куда? Куда? В далекую сраку. Сейчас я админу напишу, он твой дом удалит, ты понял? Угу, да-да. Удачи тебе, удачи. Не мешай, я. Я ему написал. Что с дом? Где дом? Ты каким образом? Я админ написал, как тебе там, плохо стало? Да каким образом мне так быстро? Ты чё сделал? Я админ написал, надеюсь, он тебе там поломал дом. Чё там происходит-то? Я сдох. А, чё, админ тебя наказывает, да? Слушай, я к тебе, ТПш. Каким образом? Вот он, я стою. Ну... Ты оператор? Я? Да. Ты понял? Ты только сейчас это понял, что ли? А ты думал, ты будешь так... Может, тебя хочу попросить? Ну-ка, что тебе? Что? Что? Верни, пожалуйста, дом обратно. Я тебе все отдам, я больше так не буду. Ну, пожалуйста. Нет, ну хочешь, вот я тебе вот эти вот алмазы отдам? Да, ну, пожалуйста. Шучу, не отдам. Ну, пожалуйста, отдай. Ну, а что ты хочешь-то? За что я тебе должен вернуть? Ты же ничего не делаешь. Я больше не буду никогда грифелить. Я, да? Все, я буду честно играть. Смотри, ну я вернул тебе дом. Стой. Все, да, спасибо большое. Вернул? Да. Нормально все, да? Да, все, спасибо. Точно? Да. А что я в блоке застрял? Я не знаю, попробуй что-нибудь сделай. Стой, я спаун. Спа. Да. Я тебе все вернул, а что ты умер-то? А что с моим домом? Да что он в земле весь? Не знаю, а что случилось? А что я ломать ничего не могу? Не знаю. Ты что со мной опять? Ты меня забанил? Я тебя не банил. Здесь не только я. Меня опять выкидывают. Да что ты там? Что ты ко мне прикопался? Я же сказал, что больше никого не буду. Бан. Слушай, ты очень со мной плохо поступил, понимаешь? Ну, я не хочу... Ну, извини, пожалуйста, может так не... Заходи обратно. Ну, за что ты забанил? Разбань, пожалуйста. Ну, я не могу тебя разбанить. Ты грифер, ты мне всю игру испортил. Ты меня убил, я тебе верил. А ты там убивал меня, понимаешь? Я умоляю тебя. Ну, что ты готов сделать? Я грифить не буду. Ну, а что ты готов сделать? Ну, я... А что надо? Я не знаю, пойти тебе нахер. Иди ты в жопу вообще. Ну разбань, пожалуйста. Ну не хочу я тебя разбанивать, ты мне навредил, понимаешь? Давай спи, скажи, что ты мудак. Подожди, я? Подожди, давай так. Досчитай до трех и скажи, что ты ел свое говно. Давай, раз, два. Я ел свое говно. Да? Все? Ну все. Значит, ну вот так вот, да.
Вот такой был грифер. Ну такой взрослый попался. Звонит. Ты не звони. В общем, там, где играю, ссылка в описании ролика. Все в описании ролика. Заходите на эти сервера. Играйте, здесь таких же дебилов находите. И ну, так вот, и все, да. Взрослый был, да. Более-менее хотя бы. Да, знаете, он из всех был хотя бы адекватный такой. То есть он не особо-то и орал, я вам скажу. Но все же он был грифер. Вы сами убедились, что он меня убил. Я пытался попросить у него прощения, вернуть рейсы. Однако он это не сделал. Меня все время убивал, обманывал. Даже несмотря на то, что я дом его уничтожал. Вот он мне сейчас бомбит просто скайп. Ладно, все в описании. Все ссылки в описании. Заходите, играйте. А я, собственно говоря, пошел. У нас уже здесь операторы бегают. Все следят. Поэтому всем спасибо за внимание. Пока, друзья мои. Пока. Я алмазить эту удаленно. Здесь не нужно. Всем пока.